Сани – один из самых узнаваемых и влиятельных брендов КНР. Завод тяжелого машиностроения «Сани» – предприятие, на котором производится более 30 наименований техники и оборудования наивысшего класса. Завод разместил свои мощности на 5 производственных площадках в Китае – Пекин, Шанхай, Чанша, Шэньян, Куньшань. Основная продукция «Сани» – это стационарные бетононасосы, автобетононасосы, гидравлические раздаточные стрелы, бетонные заводы, асфальтоукладчики, автобетоносмесители, дорожные катки, автогрейдеры, буровые установки, экскаваторы, контейнерные погрузчики, автокраны и другая техника и оборудование. По итогам 2007 года завод тяжелого машиностроения «Сани» признан рекордсменом среди экспортеров строительной техники и оборудования. Продукция «Сани» пользуется огромным спросом во всем мире. Также по итогам 2007 года завод тяжелого машиностроения «Сани» признан мировым лидером в производстве автомобильных и стационарных бетононасосов. Именно «Сани» принадлежит мировой рекорд по вертикальной накачке бетона – это 510 метров, а также рекорд по высоте надстройки автобетононасоса – это 66 метров. Рекорд до сих пор не превзойденный ни одним производителем. В 2007 году заводу «Сани» присвоены престижные награды в Китае – за достижения в области науки и техники и за вклад в развитие экономики КНР.